Всем привет! Вы смотрите вторую часть влога. Если вы не смотрели первую часть, перейдите по ссылке, которая появится в правом верхнем углу. Приятного просмотра! Это место именуется Туркулами за наявную схожесть. В обратную сторону обычно все. Те места, где мы уже проснимали. Главный плюс совместных вылазок – это то, что мы можем, к примеру, с Вячеславом снять поезд в нескольких ракурсах. Сейчас наглядно вы увидите это. Я понял.
Ну что, отлично получилось за этот день. Два интересных таких момента, когда Т-33 поехал в две секции. Еще никто не снимал. Плюс был Т-33 под номером 2015. Тоже из новенького. То есть этот день прошел не зря. Сколько у нас получилось Т-33? Где-то один... Две сводки и один одиночный, так сказать. Один? Мне кажется, два. Один. Ну, то есть один одиночный, две сплотки Т-33, один 106-нарь и пригород. Ну, два. С двумя. Да, два 106-наря, один и тот же номер 15-15 и пригород. А это еще не вечер, сколько у нас там еще? Несколько часов осталось. Два. Еще осталось несколько часов, за это время еще, может, проедет в завершение в отличном ракурсе, чтобы хорошо снять. И будем завершать нашу вылазку, отправляться к платформе, а там дальше на пригород, к Федоровке и на поезд. Ну, еще на один пригород, Федоровке. А, ну да. Мы едем через Таврическ. А что, я ничего, я уже отошел, я что-то мешать, я вижу. Уже нет, у меня как-то вариантов нет вообще никаких. А мы между Федоровкой и Залинской находимся. Не теряли. Меняли. Слышь, не теряли, я говорю, мешать теряли. А там клина. И что? Не против солнца тебе. А у меня есть еще вариант. Не, я наверх не полезу, у меня уже были ботинки в глине. Я еле их очистил. Неплохо еще воды купить где-нибудь. Да там достаточно, еще сушить будет. Ну что, подходит, в принципе... Бляха-муха. Подходит, в принципе, бляха-муха наша вылазка. Вот это что-то парашют. Подходит наша вылазка к концу. Пакеты используют летом ванну, кладешь. Так, как раз. Ребята все уже довольны, все наснимали, сняли все, что могли, дошли до платформы. Теперь будем ожидать пригород и отправляться обратно на Федоровку. Но что-то Рома вообще недовольный, если честно. Ну, хотя бы, не знаю, не разочаровался. Я ждал больше грузовых этих, но что-то маловато было. На Рома Стра вообще предлагал ехать на Новую Селу. Да, я. Он говорит, там вообще какой-то да, центр движения. Истинный. Да, кто-то такие... едет. А что, напоследок нам или решили? Нет. Это там фонарь какой-то включили, а то походу. Да. Не пугай. Ну сколько, я, по-моему, уж не видел. Пригород еще удивил, конечно. Опоздал где-то приблизительно на 25 минут. А мы как бы волнуемся, у нас еще пересадка на электричку в сторону Таврическа. По времени мы уже давным-давно опоздали на нее. Но оказывается, пригород привязан к электричке. То есть электричка будет ждать наш пригородный поезд. Thank you.
О-о-о! Что, поели? Да мы уже испугались, и так попадали. Куда? Федоров. Все? Да. Раз, два. Три. Три. Я за бабой. Стикеры можно сделать. Ага, хорошо. Но я сейчас не представляю, что она не так. Как она открывается? На себя. Да нет, там. А, там дальше иди. Какое было мое удивление, что в пригородном сообщении используются купейные вагоны. Впервые такое вижу. Второй раз в Федоровке, но о таком я даже и не знал. Это в сторону Таврического? Да, вроде. Да, да. Хорошо, Ром. Да. Давай. Пока. Ага. Удачи. А ты Шалканова? Да, идем туда. Да идем туда. А нет, там дерево. Пошли там. А там тоже такой же самый. И вот мы снова сели в электричку, которая нас везет до станции Таврическ, от которой мы уже будем отправляться на поезде 317 Запорожье-Одесса. Да, именно Лукин. Начинать. Электричка очень тяжело стартует от каждой остановки. Внутри тепло, сиденья деревянные. Привет из прошлого. От станции Федоровка до станции Таврическ где-то около часа. Но так как электричке пришлось дольше простоять из-за опоздания пригородного поезда, мы отправились со станции Федоровка позже, не по графику, так же, как и прибыли на станцию Таврическ. За целый день мы много прошли, очень уставшие, как обычно бывает с вылазки.
оказалось, дверь в тамбуре нерабочая. Нам пришлось очень быстро бежать в другой конец вагона, чтобы выйти на станцию, так как на станции несколько минут остановка. Так мы могли бы уехать дальше где-то на платформу, от которой пришлось бы нам бежать до станции Таврической. Да, круто, сейчас бы поехали бы дальше, если бы он двинулся раньше. Дверь не открылась, просто супер. Тепло, кстати. Мы уже прибыли на Таврическ. Там дальше мы будем ждать наш 318-й поезд. Рома, иди на вокзал. Слышишь? Иди на вокзал. Чё ты? В принципе, остается здесь, может, немножко чего-то поснимать. Скажем так. На 318-й и спать. Отдыхать. Сегодня был отличный движ. Как вы видите, на станции пошел хороший лопатый снег. Как тут не поснимаешь? А точнее, я хотел бы снять пригородный поезд Энергодар Запорожье под тепловозом ТЭП-70, который будет меняться на электровоз ЧС-7.
Thank you.
Thank you.